Коллеги, снова здравствуйте. Меня зовут Александр, и мы на площадке полевого города региона Север компании «Сингента». Сегодня 24 апреля, и я снова вернулся на участок озимой пшеницы. Озимая пшеница чувствует себя достаточно неплохо, тем более, что программу минимум на сегодняшний день мы выполнили. Провели подкормку аммиачной селитрой. В текущем сезоне на зимой пшенице запланирована достаточно серьезная система защиты. На сегодняшний день уже практически все ранние яровые сорняки активизировались, продолжают вегетировать зимующие сорняки, тем более, что с осени не проводилась гербицидная обработка препаратом Линтур. И сегодня мы можем видеть вот такую замечательную картину. Мы видим ранние яровые сорняки, есть подмаренничек, что-то из крестоцветных, блошки прыгают, щирица, всходы щирицы можно увидеть, еснотка, снова подмаренник осенний. Ну, собственно говоря, подошло время гербицидных обработок. И вопрос сейчас только погодных условий. Сейчас снова начинается дождь, и я поспешу покинуть площадку, дабы не промокнуть и не натоптать посевы. Всего доброго, до новых встреч!